Во мне кровь моих предков. Так может сказать гражданин любой страны. Однако для большинства это всего лишь обычная констатация факта. Во мне и в тебе течет кровь победителей. В нас течет кровь освободителей человечества от страшной чумы – фашизма. Мой дед, Бобрышев Петр Фомич, гнал жестоких убийц Третьего Рейха до самого Берлина. И я пройду с его фото в бессмертном полку. Я хочу, чтобы он видел. Мы помним и гордимся. Если память жива, то они не умрут. Они будут всегда вместе с нами. Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая выходите на построение бессмертного полка. Подробности на сайте мойполк.ру.